как говорится, быстрее начнем, быстрее закончим. Открывать этот мистический гроб. Привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Ребята, вы, скорее всего, уже посмотрели трейлер этого видео и знаете, кто сегодня будет разрезан в 3 часа ночи. Но перед началом 3 ваших самых крутых комментария. Погнали! 1, 2, 3... Поу! Итак, друзья, прямо сейчас мы отправимся в коридор для того, чтобы посмотреть, кто сегодня находится в гробу и кого я заказала на сайте Darknet, друзья, и кого мы разрежем в 3 часа ночи. Погнали! Итак, друзья, вот этот самый гроб. Самый страшный гроб на ютубе, как и все, что я делаю. И я попрошу вас прямо сейчас, давайте наберем на этом видео 10 тысяч лайков. И не забывайте подписаться на мой канал, также поставить колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео, которые выходят каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье, то есть 4 раза в неделю, друзья. И ладно, давайте уже будем открывать этот мистический гроб. И увидим, как же выглядит существо, которое мы заказали на сайте Darknet. Всегда волнительно, когда я открываю этот гроб. Ведь я всегда жду того, когда я начну снимать видео. Этот гроб был доставлен нам сегодня ночью, в 3 часа ночи. И сегодня я его открыла, и мы с вами узнаем, что и кто находится в этом гробу. Итак, друзья, это Ла Йорона, плачущая женщина. История описана на специальном листочке, который кладется вместе с этой проклятой куклой в гроб. Давайте немного ознакомимся. Итак, Ла Йорону чаще изображают в черном платье с искаженным лицом и густыми черными волосами. Согласно легенде, в полнолуние она бродит вдоль берегов рек, пугая прохожих своими стонами. О, дети мои, это призрак матери, оплакивающий своих детей. Отчего она плачет и где ее дети, друзья? Легенда рассказывает историю простой девушки, родившей двоих детей от богатого мужчины. Но он бросил ее, выбрав в жены девушку своего круга. В ярости она побежала к реке и утопила своих детей. Затем она бросилась в реку сама. Но когда она оказалась перед Богом, тот спросил ее: «Где же твои дети?» «Я не знаю, где они», — соврала девушка. И Господь отправил ее дух на землю с приказом: «Так ступай и найди их». С тех пор плачущая обречена на вечные скитания по свету. Она стала коварной и мстительной. Встреча с ней может погубить и мужчину, и женщину. Но чаще всего она охотится на детей, утаскивая их в воду. Вот такое вот, друзья, проклятие. Прямо сейчас напишите в комментариях, верите ли вы в такого рода заклинание или проклятие, или же нет. Прямо сейчас в комментариях. Ну а мы наконец-то увидим лицо плачущей женщины. О, ручки мои! Господи, кошмар, какая же она стрёмная, ребят. Вы только представьте, встретить такую даму у реки, которая будет кричать и плакать. О, дети мои, кошмар, она выглядит просто ужасно, просто отвратительно. Смотри. Ее глаза как живые, смотри, посмотри. Это какая-то проклятая живая игрушка, друзья. Это кукла, которую создали на сайте Darknet. Мы сегодня попытаемся ее оживить, оживить ее дух и вселить в эту куклу настоящую Ла Йорону, настоящую плачущую женщину. Надеюсь, что все будет хорошо. И, пожалуйста, поддержите это сумасшедшее видео своими лайками. Так, я вижу здесь какое-то яблоко. Друзья, в гробу оказалось как-то какое-то красное яблоко. Странно. Почему это они его положили? Может быть, это просто как бонус. Ладно, берем эту куклу. Ух, тяжелая.
О, достаточно тяжелый, друзья. Она как настоящий человек. Фу, я ее еле тащу. Так. Отлично. Так, сейчас мы ее уложим. О. У нее такое платье, не как написано черное, а какое-то платье как болотного цвета. И ступи из болота. Господи, посмотри на ее лицо. Это просто жесть. Это просто нереальная жесть. Так, ладно. Ее руки связаны. Мы их разъединим. Так, черт. Ладно, друзья, давайте приступать к обряду. Потому что мне что-то уже жутко. Как говорится, быстрее начнем, быстрее закончим. Это точно. Фу. Ну что, Лайрона, плачущая женщина, ищущая своих детей. О, дети. Как они там, как она их зовет? О, дети мои. О, дети мои. Короче говоря, говорят, что если вы вдруг будете поздно вечером гулять у какого-то водоема и встретите или услышите: о, дети мои, сразу же бегите домой. А лучше вообще вечерами не гуляйте одни у водоемов. Это и так опасно. Если еще какого-то призрака встретить, так вообще можно просто очень сильно испугаться. Итак, Лайрона, давай здесь за руку. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Что показалось происходит? Или у нее рука двигалась? Да не может быть. Черт. Погоди, мы еще не до конца все произнесли. Почему она... Ее рука двигается. Господи. Ладно, может быть, она уже живая. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Лайрона, вселись в эту куклу. Лайрона, вселись в эту куклу. Лайрона, вселись в эту куклу. Лайрона, ты живая? Лайрона... Черт! Что происходит? Ребята, у нас получилось оживить Лайрону. Она шевелит руками. Блин, я даже потеряла дар речи. Что делать? Лайрона... Господи. Лайрона, можно с тобой поговорить? Хорошо, я так понимаю, что этот знак говорит, что да. Зачем в твоем гробу яблоко? Может, ты хочешь его съесть? Лайрона, ответь. Ничего не понимаю. Может быть, ты хочешь, чтобы я его съела? Так. Ладно, хорошо, я попробую это яблоко, но после этого нам нужно необходимо сразу быстро завершить обряд. Потому что что-то оно реально очень страшное, друзья. Ладно, смотри, я ем яблоко. О, черт. Она что, была отравленная? Фу. А, черт, что происходит? Останови ее, останови! На, ешь сама свое яблоко! Ешь сама свое яблоко! Черт! Куда она делась? Черт, она пропала. Лайрона? Господи, плачущая женщина пропала. Яблоко было отравлено. Лайрона? Ребят, что делать? Ирина, ты куда? Лайрона? Пошли искать ее, что делать? Она где-то здесь. Черт! Кто включил динамик? Ты что-нибудь слышишь? Это она делает. Ребята, это реально делает она. Плач. Это плач Лайроны. Это плач плачущей женщины.
Господи, это она. Где она? Я не понимаю, слушайте. Такой. Такой плач, как будто из ванны, друзья. Это плач, как будто из такого пустого места. Мне кажется, что она... Что происходит? Ирина? Ирина, что с тобой? Ирина! Ирина, открой дверь! Слился в нее. Ирина, где мои дети? Какие дети, Ирина? Где мои дети? Ирина, что ты делаешь? Где мои дети? Ирина, с ума не сходи, вылази из ванны. Где мои дети? Ирина, что ты делаешь? Где мои дети? Ирина, Ирина, очнись! Очнись, Ирина! Ирина, Ирина, перестань! Стой, успокойся! Черт, надо сходить со святой водой! Не знаю, что делать. Господи, это просто какой-то кошмар. Нужно завершать обряд. Она чуть не утопила меня. Портал, закройся. Лайрона покинет этот мир. Портал, закройся. Лайрона покинет этот мир. Портал, закройся. Лайрона покинет этот мир. Друзья, что-то сумасшедшее сейчас происходило. Я даже не могу больше продолжать. В следующем видео я... разрежу Лайрону и посмотрю то, что делаю ее живой. А сейчас я хотя бы на немного запру ее в ванной, друзья. Продолжение смотрите в эту пятницу в 14:00 по Москве. С вами была я, Краева Мистики. Всем пока.